Шалом! Добро пожаловать на мой канал. Меня зовут Сергей. Сегодня я сделаю телячьи мозги в пикантном соусе. Для этого я купил, у меня здесь примерно килограмм телячьих мозгов. Такие. Это печать. Это означает то, что они кошерные. Вот эту белую часть я не так еще и люблю. Некоторые ее ложат. Я не люблю ее. Так, мозги. В мозгах есть такая пленочка, которую нежелательно и кушать. Так, аккуратно ее почистить. Видите? Есть такая пленочка. Она очень легко снимается. Это берет время. Видите, она такого. Все, пленочки нету. Порежем ее так крупно. Итак, мы подготовили мозги, и теперь будем делать самое интересное, это соус, пикантный соус. Оливковое масло, не жалейте оливковое масло. Зеленый перец. Крупненько его оставим. Чеснок. Чеснока здесь нужно много. Один лук. Оливки. Помидор. Его почистить от шкурки. Зеленый болгарский перец. Прям так, тоже крупно. Еще соли. Тоже перец. Куркума. Пол ложки чайной. И 2 чайные ложки сладкой паприки. Мне здесь нут, отмоченный нут. Около 3 ложек столовых. Кинза.
чуть-чуть сок лимона. И теплую воду. И теперь пошли наши мозги. И потом попробуем на сон, потому что мозги, они кошерные, они чуть-чуть зеленоватые. Петрушка. Теперь мы поставим это на средний огонь, даже средний-маленький огонь. Мы это будем тушить 20-25 минут. 20 минут прошло, мы открываем крышку, добавляем приправу тмин, чайную ложку. Теперь мы хотим, чтобы наш соус чуть-чуть загустил, чтобы более густой был. Ставим на сильный огонь. Буквально еще 10-12 минут мы его жарим. В этом этапе можно уже попробовать на соль. Соль, вот как я и сказал, как раз точь-точь. Вот как видите, у меня соус более густой стал. Теперь я добавлю чуть зелени, чтобы выглядело более фреш. Добавлю кинзу. Буквально за полчаса у нас блюдо готовое. Итак, телячьи мозги. Мы их приготовили таким способом. Выглядит просто изумительно. Ложку здесь мне не нужно. Возьмем такую лепешечку. Нет, ложечка нужна. Болгарского перца приятного аппетита. Обязательно лук. Забыл чуть-чуть лимончика. Деликатес, просто деликатес.
Вау. Просто вау. Спасибо. Подписывайтесь. Я надеюсь, вам понравился очень ролик. Ставьте лайки. До свидания.